При ловле мирной рыбы на водоемах, помимо донных удилищ, целесообразно использовать и поплавочные удочки. Сейчас я покажу, как подготавливается поплавочная удочка к ловле. Вы это все увидите. Ну, я не показывал, как я снимал, вынимал из чехла. Ну, в принципе, это не суть важно. Вот такая вот болонская удочка. Благодаря такой оснастке можно ловить и маховым способом, и дальним забросом. Сейчас вы это все увидите. В данном видео вы увидите, что поплавок сейчас у нас стоит немножко неправильно. Это транспортное положение. Вот, и поэтому для того, чтобы правильно использовать удочку, нужно все это дело изменить. Сейчас я это покажу, как это делается. Снимаем наконечник защитный. Ручка катушки у нас поставлена в транспортное положение. Сейчас мы ее поставим на место. Развернем пазики, чтобы не было лишних люфтов. И закрутили. Вот смотрите. Поплавок. Кончик поплавка в висячем положении перехлестывает все наши подпаски и оливку. Этого ни в коем случае не должно быть, потому что при забросе он обязательно запутается. И поэтому, когда мы сейчас будем разбирать удочку, мы его передвинем в правильное положение. Крючки я использую маленькие, потому что рыбалка бывает всякая, не всегда активная, чаще всего наоборот, клев очень вялый. И поэтому небольшой крючок позволит нам ловить рыбу, когда она находится в своем энергосберегающем состоянии, когда ее всос очень слабый, и благодаря мелкому, легкому крючку наша наживка может попасть в рот. Поводок также я использую не толстый, ввиду того, опять же, из этих же причин. Длина поводка ставлю минимум 30 сантиметров. Должно быть видно, вот я держу крючок, вот первый подпасок. Расстояние между первым подпаском, то есть это на основной леске, и до поводка здесь 35, где-то может быть 38 сантиметров. Минимально 30 сантиметров. Почему? Потому что, конечно, это уменьшает чувствительность на поклевку, уменьшает. Допустим, если у нас будет короче поводок, быстрее подпасок наш поднимется, если рыба поднимает, например, при ловле карася. Но и уменьшение длины поводка тут же совершенно сразу же меняет жесткость самой лески. Леска становится более жестче. И при очень слабом клеве крючок просто может не попасть в рот. При увеличении поводка до такой длины этот процесс облегчается, и сразу же мы начинаем ловить рыбу. Ну, я дальше продолжаю разбирать удочку. Фрикциончик отпускаем. По поводу фрикциона. Это одна из самых важнейших частей безинерционной катушки, которая позволяет нам пользоваться маленькими крючками, пользоваться тонкими поводками, и мы успешно можем вываживать рыбу. На данном удилище стоит крючок Gamakatsu F22, ну, известнейший крючок в 14 размере. Он небольшой, абсолютно очень маленький. Но это не должно вас пугать. Ну вот на этот крючок, например, смело насаживается 3 кукурузины. И на такой крючок мы можем ловить от небольшой даже уклеечки до 10-килограммового сазана. Это то, что я лично вылавливал на такой крючок. Вываживание долгое, да, это порядка 50 минут происходит, но это происходит. И параллельно, если в такой рыбалке ловить на более тяжелый крючок, когда рыба слабая и клев очень нежный, просто можно остаться без рыбы. А с использованием мелких крючков вы будете с удовольствием. Ну, продолжаем дальше. Ослабляем фрикцион полностью, вот, для того, чтобы мы могли разобрать наше удилище. Вот уже поймал. Уже поймал. Отцепил.
концентруем. Кольца. Об использовании поплавков. Часто бытует мнение о том, что чем меньше грузоподъемность поплавка, и вспоминаются старые гусиные перья, тем более чувствительный поплавок. На самом деле это все не так. На чувствительность поплавка прежде всего влияет вес первого подпаска и толщина вершинки поплавка. Чем тоньше вершинка поплавка, тем больше вход будет самого поплавка при подъеме этого маленького подпаска. В данном случае у меня стоит подпасок весом 0,2 грамма. Вот. Это не самая лучшая толщина вершинки, это четверка. Вот. Но для людей с ограниченными способностями по зрению вы на дальнем забросе более тонкую вершинку просто не увидите. Поэтому, если у вас со зрением все в порядке, лучше использовать вершинки толщиной 3 мм или 2. Вот. Вот именно чем тоньше вершинка, тем больше будет ход поплавка при поднятии вот этого маленького подпаска. Вес подпаска, первого вот этого основного подпаска, который показывает нам поклевку, не должен превышать где-то 0,4 грамма. Потому что тот, кто ловил зимой, тот знает, что такое поставить маленькую мормышечку 0,2 грамма и что такое поставить мормышечку 0,5 грамм. И когда ты поставишь мормышку 0,5 грамм, вы просто можете остаться без улова, потому что рыба просто бросает такую наживку, когда идет такое большое сопротивление. То же самое летом, конечно, рыба посильнее, тут немножко все попроще. Вот. Но все равно из опыта зимней рыбалки я больше, чем 0,4 грамма не ставлю никогда первого этого подпаска. Теперь поплавку. Вот смотрите, нижний стопорок у нас, он слишком низко, потому что в транспортном положении нам удобно было так складывать удочку. При рыбалке мы его поднимаем вверх. Вот. Так, чтобы у нас поплавок уже не касался олива. В данной оснастке у меня здесь изначально, поплавок большой грузоподъемности, чтобы далеко летел. И поэтому у меня тут аж целых 3 подпаска. Ну, это лишнее. На самом деле достаточно одного, ну, максимум 2. Вот. Ну, так как здесь просто стоял другой поплавок, более легкий, я уже отгрузил большим количеством подпасков. Но, как вы видите, между подпасками расстояние не менее 5 сантиметров. Ну, в моей практике это показало о том, что так гораздо лучше. Оливку, вот эту основную, она у меня скользящая, с двух сторон ограничена стопорками. При необходимости можно проверять, его можно и заглушить. Иногда бывает, когда заглушенный лучше, чем скользящий. Вот мы выставили поплавок, что у нас не касается свинцовых грузов. Вот в таком состоянии можно забрасывать. Верхний стопорок, который у нас определяет глубину. Ну, это понятно. Он у нас определяет глубину. Сейчас мы его найдем. Где у нас он находится? Настолько маленький, что я его даже не вижу. Сегодня пасмурная погода. Так. Ага, вот он. Ну, здесь довольно-таки большая глубина. Давайте мы сейчас ее еще увеличим. Будем делать предварительные забросы. Нам нужно промерить выход с ямы на береговую бровку. Рыба ходит питаться именно на береговую бровку. И поэтому нам очень важно это все найти. Можно это делать при помощи маркерного удилища. Но в данном случае у нас одна баллонское удилище, мы вполне можем это все сделать. Правда, процесс немножко долгий, но ничего страшного. Подтянем сейчас немножко фрикцион. Сильно его подтягивать не стоит. Он у нас должен быть довольно-таки свободен.
Ну, это настройку фрикциона я покажу в видео по донным удилищам. Вот. Ну, по плавчанке, в принципе, на ощупь, видите, он вполне свободно все двигается. Этого нам достаточно для того, чтобы засечь рыбу. А дальше в процессе вываживания мы будем просто играть фрикционом, насколько нам это нужно. Подтянули поплавочек под конец. Делаем заброс. Ну, это очень дальний заброс. И вот смотрим. Поплавок у нас четко стал. Это говорит о том, что глубина там гораздо больше, чем мы выставили топорочек. Сейчас будем уменьшать расстояние, потому что нам так далеко не нужно. Если такая глубина большая, нам нужно найти так, чтобы было где-то 2,5 метра, 2 метра. Сейчас проверим. Видно, опять поплавок встал, у нас видна только красная вершинка. Глубина слишком велика. Делаем заброс еще. Подтягиваем удилище. Вот сейчас видно, вершинка поплавка уже вышла над водой. Вот сейчас у нас там глубина, когда нижний подпасок уже коснулся дна. Это четко сейчас видно. Потянем еще чуть-чуть. Сейчас у нас ветра нету, поэтому нет смысла слишком заглублять, вытапливать саму вершинку, чтобы меньше ветром сносило. Поэтому, в принципе, такая постанова будет нормальной. Мы сейчас нашли выход с ямы на береговую бровку. Вот. Но я сейчас еще чуть-чуть уменьшу глубину, чуть-чуть, чтобы был не сам первый уступ, а чуть-чуть выше выход на бугор. По удилищу посмотрим, где у нас находится стопорок наш. Вот, вот это расстояние. Ну, хотя, в принципе, пускай такая, наверное, глубина и будет. Это где-то порядка 2,5 метров. Чуть-чуть, меньше. Нет, пускай так. Теперь можно, в принципе, заметьте, насколько у меня ослаблен фрикцион. В данном случае я покажу возможности этого маленького крючка. Кстати, есть корейский его аналог, и он даже превзошел этот крючок, это Акита Кайзу. Это так для информации. Вот сейчас я покажу, что на этот крючок вполне возможно насадить 3 зерна кукурузы. Ну, в данном случае это бондюэль. Да, очень важно использовать кукурузу цельную, не срезанную, а с зародышем зерна. Карп больше реагирует на такое зерно. То есть выбираем с банки более цельные зерна. Ну, по использованию кукурузы я сделаю там отдельное видео. Там много нюансов. Вот. В данном случае я сейчас пока рассказывать сильно об этом не буду.
кукуруза нанизывается вот этой стороной, широкой частью, вот так вот на крючок. Одна. Видите, довольно большие зерна. Вторая. И видите, при желании сюда можно нацепить и третье зерно, но этого не стоит делать, жало у нас должно быть открытой. Потому что когда рыба заглотнет наживку нашу, обязательно должно чем-то зацепиться. Жало должно быть открытым. Ну, я здесь сейчас поставлю третье полузерно, такое срезанное, чтобы вы увидели, что оно... И видите, жало у нас торчит. Вот, я наколол палец, все, жало торчит. Третье все равно собьется, поэтому не столь важно. И сделаем заброс. Ту точку, которую мы наметили. Немножко перебросили, подтягиваем. Ну вот все, вот у нас уже видно, что вершинка поплавка достаточно хорошо вышла из воды. Это говорит о том, что нижний подпасок у нас полностью достиг дна. Я еще чуть-чуть подтяну. Ну вот, в принципе, вот в таком положении я могу оставлять удочку. Возле удочки, если мы хотим поймать довольно-таки крупную рыбу, находиться не стоит. Мы ее, прикрончик у нас отпущенный. Мы удочку, ну в данном случае я упру просто вот так вот в бон. Если карп возьмет, то ничего у нас страшного не произойдет. Фрикцион сработает, удочка останется на месте. Ну, то, что касается поплавочной, подготовки поплавочной удочки к ловле, я вам показал. Сейчас очень важный момент. Это подсак. Подсаки, к вываживанию и к подсаке нужно очень серьезно относиться. Дело в том, что весь этот процесс нужно производить самому, без всякой помощи. Конечно, стоит сказать, что это при ловле крупной рыбы. При ловле мелкой рыбы до 700 грамм, в принципе, рыба еще в той стадии, когда она много делает огрехов и разных непонятных вещей, как в детском саду маленькие дети. Поэтому она допускает и ошибки со стороны рыбака. Крупная рыба этих ошибок не прощает, поэтому нужно делать только самому. Помощник может ошибиться, даже очень опытный помощник может ошибиться. Ну, подсак я использую вот такую вот раскладную треугольную. Почему? Потому что она имеет очень тонкий вот этот вот сегмент вершины. Большое очко должно быть большое. Почему? Для того, чтобы подсак входил в воду мгновенно. Чем быстрее мы введем подсак в воду при вываживании, тем лучше. Иначе у нас рыба успеет развернуться и уйти. Поэтому такая форма подсаки очень... Она и удобна, да и недорогая. Очень удобно использовать при вываживании. Вываживание рыбы в подсак, я это покажу в специальном видео. Очень важно подсак поставить так, чтобы у нас вот эти вот рожки зашли за фиксатор. Вот сейчас. Вот, зашли за фиксатор. И подсак у нас был перевернутый другой стороной, чтобы когда мы будем вываживать рыбу, чтобы злую шутку нам эта штука
не сыграла. Вот, мы приготовили сразу правильное положение, поставили под саку и ставим ее в то место, где нам удобно будет рыбу вываживать. Под саку ни в коем случае не держим в воде, как это часто рассказывают. Ну, это касается, конечно, мелкой рыбы. Когда ловим мелкую рыбу, да, можно ее держать в воде и заводить рыбу именно сюда. При ловле трофейных экземпляров, вот, так делать нельзя. Ну, я отдельно уже покажу, как действовать с подсакой. В данном случае сейчас я ее уберу немножко в сторону. Вот, пускай она у нас здесь лежит.